В июле прошлого года в России появилось новое общественно-государственное движение для воспитания и организации досуга молодежи. Его наблюдательный совет возглавил президент страны Владимир Путин. Сегодня отделения движения «Первых» открыты в каждом муниципалитете Российской Федерации. Активисты и кураторы проекта в городском округе Люберцы приняли участие в двухдневном форуме. На встрече работала наша съемочная группа. В инженерно-технологическом лицее всю неделю каникулы, но здание все равно не пустует. Здесь собрались участники школы актива «Движение первых». Около 100 активистов и 30 кураторов первичных отделений. Прокачивает свои навыки, изучает больше про «Движение первых», учится новым форматам работы, новым форматам взаимодействия с детьми. На следующей неделе они придут в свои школы, на следующей неделе они пойдут к ребятам, к своим товарищам, к своим ученикам и будут им рассказывать про «Движение первых», будут внедрять новые практики работы. Работы с молодежью. Это такая интересная, действительно многогранная история, объединяющая и детей, и молодежь. Несмотря на то, что она имеет 12 разных направлений, я думаю, что каждый от 7 лет до 18 найдет в ней свое место. Участников форума разделили на 4 направления: твори, взаимодействуй, создавай и сотрудничай. По каждой тематике компетентные спикеры, готовые поделиться своим опытом. Мне действительно приятно, что меня позвали сюда. И мне вдвойне будет приятно провести для тех из вас, кто выберет это направление, тележурналистику. Каждый из вас должен научиться коммуницировать с людьми, должен научиться получать от них информацию, даже когда они не хотят это сообщать, и выстраивать свою картину мира, опираясь на мнение других людей. Фактически год исполнился с начала такой правильной очень идеи, подачи, организации, которая была создана и по инициативе президента, и фактически все регионы принимают участие, вся наша страна. В городском округе Люберцы открыто более 30 первичных отделений движения первых. Они созданы на базе школ, молодежных центров, техникумов и вузов. Стать частью большой команды может любой ребенок и подросток. Для этого нужно подать заявку на сайте объединения. Луиза Игязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.